Это место, где Махамуни Вишвамитра совершал свой баджан. Вишвамитра — это гуру Господа Рамачандры. Он учил его астре и шастре, то есть искусству владения оружием. Мы сейчас пойдем к Ганга-Гхату. Вишвамитра вместе с Господом Рамачандрой тоже пересекал Гангу в этом месте. И по пути он освободил Ахалью, то есть освободил ее из формы камня. И это место является очень чарующим. Кроме того, оно связано с нашим Гурупада-падом, со Шрилой Бхактивидантой Нарайаной Госвами Махараджем. Это его место рождения. Поэтому с этой точки зрения данное место тоже является очень чистым по ветру. Махамуни Шри Вишвамитра Кеджай, а это Брахмаджи. Он совершал здесь тапасию, аскезу.